сейчас, наверное, спросите: Ев, откуда у тебя робуксы? Ты что, задонатил? Да в том-то и дело, я сама не знаю, откуда они у меня. Вот просто захожу в робокс, такая на прикол, и вижу это. Ну, откуда? Я сама, я без понятия. И я решила потратиться на что-то прикольненькое. И давайте начинать. Во-первых, к сожалению, так, вот эти я не смогу купить. А хотите знать почему? Потому что, во-первых, они займут все мои деньги, у меня будут просто вот такие волосы, ну. А у меня и так прикольные волосы, без этих разберусь. Также я могу купить... Я себе сейчас буду что-то искать прикольненькое. Я хотела 3D-одежду, но она что такая дорогая? Поэтому, к сожалению, нет. И давайте сначала найдем волосы. Давайте искать что-то из дешевых волос. Ну, я на халяву хочу что-то получить. Ну, а что? Бывает. Мягкие текучие волосы. Волосы. Чего вы такие дорогие? О, боже. А могли мне на счет прислать больше? Ну, ладно. Могли прислать на счет и побольше робуксов. Милота. Ну, ладно. Ладно, переживем. Давайте дальше. Я хочу себе какую-то 3D-одежку, но при этом и волосы. Ладно, давайте без 3D-одежки. Переживу. Куплю что-то потом. Вообще, я могу еще задонатить. Если очень сильно хотите, я могу очень сильно постараться и все же задонатить. Ладно, давайте оденем эти волосы. И представляете, это аксессуар, да. Ой, так что прощай, котик. У меня здесь будут такие вот классные волосики. Давайте дальше. Так, у меня 40 робуксов ровно. Я не знаю, на что их тратить. Мило встать. Могла это купить. Дешевле. Ладно, давайте что-то по одежде. Вот сейчас накуплю всяких аксессуаров. Джотинг. Ну, к сожалению, 3D-шки здесь я не куплю. У меня нет денег таких, которые не просят. Боже, почему 3D-одежда настолько дорогая? Не понимаю. Ладно, давайте дальше. Classic Pants. И ищем вот такая вот очень миленькая и вот такая вот довольно забавненькая. Но все же мне такая как-то... Или вот такую вообще. Не, давайте вот такую, потому что мне очень нравятся вот эти штучки. Давайте. Ладно, и у меня еще 35 робуксов. И куда их? На аксессуары, точно. Заходим в аксессуарс. И сейчас будем себе выбирать. Шарфик можно. Можно какие-то наушники. Шарфик 36 стоит. А, шарфик. На шарфик не... О! Такой вот гораздо дешевле. И у меня хватит еще, а сколько будет? Минус 25. У меня останется 10 робуксов. Что я смогу на 10 робуксов? Ничего! Ладно, давайте какой-то дешевенький аксессуар. Прям дешевенький. За 15 там. Леденец, как выглядишь? Ну не шарфик, я хочу шарфик. Но я хочу такой шарфик. Ну такой. Ладно, давайте какие-то наушники. Вот такие вот наушники. А сколько будет? Сколько у меня останется? Давайте. 19. И у меня еще что-то есть. Хед на голову. Я видела это за дешевую цену. Это то же самое.
могла такие купить, кстати. Хотя это дороже, чем волосы, но лады. Ладно, давайте что-то на лицо. А не, на лицо у меня уже есть вроде. У меня есть 19 робоксов. У меня нет таких денег, которые вы просите. У меня всего 19 робоксов. Так, вот это вот мы пропускаем. Такой снеговичок. Либо вот такую штуку. Либо вообще такую вот назад. Заднюю часть тела. Либо вообще такую. Ну что-то давайте на заднюю часть тела. Потому что прям хочется что-то... Ну я могу такую штуку купить, но это как-то не очень. По-моему. Ладно, давайте купим вот такую штуку. И у нас остаются 3 робокса. Вот и все, потратили робоксы, как говорится. Я могла, кстати, потратить в Adopt Me, но нет, я решила. И давайте теперь перенаряжаться, смотрим, как это будет. Давайте волосы. Ну, волосы я такие оставляю, вот так вот буду выглядеть. Пусть немножечко текстуры не классные. Ну, мне нравится так, честно говоря. Classic Pants. Давайте выберем вот эту штуку. Ребят, ну я же обещала, что на лицо. Блин, жаль. Наушнику купила зря. Что лучше смотрится? Напишите в комментах. Так, ну, вот это без разговоров. Еще я могу снять вот эти волосы. Вот эти вот. И посмотрим, как это будет выглядеть без него. Не очень. Серьезно, напишите, что вот из этого лучше. Вот это или вот это. И я посмотрю комменты. Чего будет больше, то и выберите. Ну, а пока что останусь вот так. Кстати, настроение. Мне вот эта вот штука не очень нравится. Ну, вот это вот. Вот мне нравятся носочки в этом скине, а вот то, что на теле, мне не очень нравится. Только что давайте возьмем одежду. И... С Новым годом поздравляем. Тям-тям-тям-тям-тям-тям-тям-тям. Не. Можно ты шортс. О, Мишка. Все, покупаю. В итоге у меня один робокс. Медведь. Ну, прощай вот этот медведь. Жаль, что тебя нет. Единственное, что в моем скине осталось, это мой хвост. Шорт. Шорт. Откуда? Так. Ой. Так, стоп. Итак, вот такой вот замечательный скинчик у нас получился.